Зяброўка был военный городок. У часы Советского Союза тут базировались полки стратегической авиации. В 95-м их вывели в Россию, але житё поселку не спынилось. До речи, назву улиц у Зяброўцы нема, только номеры домов. Дом номер 251, бадай самый новый, сдаденный в эксплуатацию на проконце 2011-го. А уже в раз 3 месяца от жыхароў почали поступать скарги на тое, что дах чаче. Нельга сказать, что люди никуда не звертались, але спочатку им нечто обещали, а потом увогуле сказали, что термин гарантийной эксплуатации дома завершился. Меры почали примать только после звороту на прямую линию у аблвыканкам. Шчыліны на шиферы заклеили специальной полимерной лентой, после чего подтопление кватер сапраўды спынилися. Непосредственно до будовников жильцы претензий не выказывают, але маюць намер звернуться на прямую линию аблвыканкама знов, бо проблемы у доме все ровно захавалися. У подвале от сырости заявились цвиль и навод почали расти грибы. Да и якость шифера на даху по-ранейшему выкликая сумнение. Жыхары упэўнены, с самого початку он не отповедал стандартам. Приехал строитель делать эту крышу нам, он сказал, что, говорит, я даже боюсь становиться на шифер, потому что он очень некачественный. Конечно, я боюсь вам об этом говорить, потому что я работаю, и вы понимаете, чем это может для меня закончиться. Но добивайтесь того, чтобы вам его поменяли, потому что он дальнейшей эксплуатации не подлежит. И мы сами это все прекрасно понимаем. Большасць пытанняў, з якімі жыхары Гомельскай вобласці сёлета звярталіся на прамую лінію аблвыканкама, тычыцца работы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Недзе паскардзіліся на ямкі на дарогах, недзе на пастаянна падтапленне вуліц. У вёсцы Красная Гомельскага района пры моцных дажджах вуліца Маладзёжная пераўтваралася ў сапраўднае возера. Каб дайсці да школы, навучэнцы карысталіся гумавымі ботамі, а аўтамабілісты лічылі за лепшае праехаць некалькі лішніх кіламетраў, але машыну зберагчы. Былі выполнены работы Гомельскім ПМС, выполненых считаю качественно, потому что после выпадания осадков лужа этой уже не стала. Улица стала сухая, люди теперь спокойно ходят, не боясь намочить ноги. До речи, ранее непотребная вода теперь приносит корысть. По новых коммуникациях уся яна трапляя у пожарное водосховище. Алексей Чаров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».